С приходом сентября столбик термометра начал значительно опускаться. После знойной жары это ощущается особенно ярко. Как не замерзнуть и не заболеть, узнаем у жителей Ульяновска. Скажите, пожалуйста, как не заболеть осенью, которая наступила так резко? Нужно побольше витаминов употреблять. Ну и, конечно, беречься, одеваться теплее. Больше быть на свежем воздухе. Не бояться морозов сильных. Ходить в любую погоду на улицу. Дышать свежим воздухом. Часто проветривать комнату. Я сплю в основном с открытым балконом. Можно бросить на ноги какой-то плед, если холодно. Но не укутывать себя, чтобы не потеть, чтобы не было жарко. И все будет хорошо. Сидеть дома, не гулять. Нужно сделать прививки. Вакцинация, пожалуйста, это все на сегодняшний день доступно. И вы не заболеете. Сделал прививку, все, пока не знаю дальше, что будет. Не замерз, теплее одеваться, сам главное, ноги в тепле были. Перошить ноги, чтобы сухие были, теплые. Домашняя еда, варенье, которое бабушка и родители закрывают на осень и на зиму. Как не заболеть? Да. Чесночка побольше есть, гулять побольше. Ну и что еще-то это самое? Таблеточки не принимать, мне кажется, это самое. Оптимизм побольше, вот чего. Больше на свежем воздухе бывать, больше движений, больше оптимизм, вот мне это самое. И контакт, чтобы это поменьше было с больными. Вот самое главное, я считаю. Спортом занимаемся с ребенком. Больше я не знаю, чем. И поменьше в толпе находиться. Как не заболеть? Соблюдать режим. Как? То, что говорят. Руки мыть часто. Обрабатывать антисептиком. В обязательном порядке. Ну, теплые вещи одевать. Просто-напросто утепляться. У всех это есть. Свитера, кофты. Все это есть. Обригреватель у всех есть. Одеваться. Здоровый дух надо иметь. И силу воли большую держаться в жизни. Ну, немножко спортом заниматься, зарядку делать. Быть всегда в тонусе. Ходить каждый день. Ходить на прогулку. Гулять надо. Да. Не падать духом ни при каких условиях. Правильно. Да.